Так, это увлекательные горки в Шапито. Сука. Не получилось. Сейчас будем пробовать так. Интересненько. Я сиденье чуть не перекусил вот сейчас. Сиденье. Опа! Ну, чуть-чуть я понял. Не с первого раза. Все нормально, как бы беглан без суеты. Тебе помочь? Не-не, я вниз, я вниз. Не, ну ты устанешь раньше времени, что потом буду делать? Я вниз. Погоди, а у тебя на переднем крыле Зун звали, это же шведский город. Это... Да, это подарок мне оттуда прислал Дедушка Мороз, который я его просил на Новый год. Вот, письмо написал ему. И он мотоцикл все-таки прислал, да? Прислал, да. Но только не бету 20-го, как я просил в письме, но тоже неплохо. И вообще, на самом деле, ты просто в этот момент просил еще и провести газ на дачу. Мотоцикл, газ на дачу. Хорошо. Он такой, ага. Окей, давай. Нет, это же мотоцикл ГАЗ. Фу, я ж отсюда не заеду, да? Ну, давайте продержу, попробую. Я думаю, заеду. Да подожди. У меня тут такая что-то. Wow.
развернул! Надо было вообще пример проявить и держать. Знаешь, Елена, я просто не первый раз посмотрел, поэтому я могу Да. Вот, теперь правильно стоит, а то задом-то... Держи тормоз. А на скорость все нормально. Ага. Ну все, хоть развернул. Все, ходите на локоть. Да. Опа! Да, второй раз, Ну нормально там, можно заехать, я вам скажу. Попытка номер два. Надо третий раз ехать. Поехали. Я, видишь, до корней научился, а дальше нет. Давай-ка заедь наверх. А дальше мы будем. Подожди. А на передачу? На передачу по речке надо. С гаском. Ну я уже практически на месте. Погоди. За руль бей со стороны. А, просто. Вытащи. Вот и велик тащит. Ну, все. Спасибо. Не при помощи товарищей, конечно. Ой, не без помощи. О, ускварно пошла. Давай, газ. Поднял. А, заебок какой. Со второго раза, ну. Надо было передачу ниже. Скинул газ, не скидывай. Антоха, давай! Красиво! Ну, как горка? Ну, я думал, на самом деле, снизу круче. Ну, она пока едешь, да, такая, ничего страшного. Ну, не заехал, конечно, но... Йоп! Ты готов дальше ехать? Да, конечно. Поехали. Куда вы, парни, это дождем? Обещал. Нет, конечно, мы ему поможем, конечно. Красавчик. Ну ты псих. Сейчас зацеп вообще почти абсолютный. Да. Можно.
что-то, он скорее всего это сделает. Серега пошел через бревно. Так он через бревно сейчас не дал? А еще вот туда надо, да, вот туда. Проблема, то, что заехать на бревно можно, а дальше-то все. Блин, надо было на второй. А ты на третий? Да. Значит, Серега, спускаешься и делаешь надо как надо. Надо было в воздухе переключаться. Оп, а... оп, почти. А мог? Позвоночник выпал. А было похоже. Красиво. Давай! Слева! По левой! Широкой на широкую. Можно! Только слева дальше! А ты его специально, да, запарковал? Да. Имитация гонки, все занято. А, чуть-чуть. Точно так же сделал. Развлекуха, однако. Однако прикольно. Пошел, пошел, пошел. Красава. Что, можешь назад чуть? Я тут уже понимаю. Он пощупал, потрогал, как болтается. Бля, хотел какую по левой и не попал. Ну, говори. Ёпта.
ничего страшного тут нету. Ой, блядь. Тут уже да. Самое страшное уже прошли. Тихо. Да это пиздец, как так вообще, блядь?
Хуя ты!
такой, фу, ёпта, чуть не